Теперь о распространении в регионе COVID-19. За минувшие сутки этот диагноз подтвержден у 1705 жителей области. Из них 252 человека госпитализировано. Остальным назначено амбулаторное лечение. Также, согласно данным оперштаба, накануне не справились с коварным недугом 9 пензенцев. 288 пациентов выписались из больниц. Выздоровели за весь период пандемии более 98,5 тысяч человек.